А кто в пролом пойдет за свою церковь? А кто пойдет за близких и родных, за брата, за сестру или за мужа? Ну кто пойдет защитою для них? А кто пойдет за тех, кто так устали? Кто истомится, кто их ободрит? И на руках молитве без сомнения в проломе станет среди сложных битв. А кто утешит, когда брат изранен? Кто укрепит, сестра изнемогла? Как много тех, которые ослабли, разбитый челн в крутые берега. А кто пойдет, кто выйдет на сражение? Желающих так мало среди нас, ведь надо для народа освящение, но вот желание осветиться мало так. Хотелось бы горячую молитву, чтоб небо подавало свой ответ, но руки без сомнения кто поднимет, и сердце удалит коварный грех. А кто поддержит скорбь, так кто мит сердце? Кто укрепит? Не бойся, мы с тобой. Молитву в небо вознесемся вместе. Господь придет и подарит покой. А кто поднимет руки, как Моисею держали Ор и Арон? Хоть было трудно, но стояли. Израиль был не побежден. Вот филистимлян, вот Израиль, и некому предстать пред ним. Идет Давид и побеждает, ведь сила Божья была с ним. Вот Илья, желая смерти, о Боже мой, я есть один. Но вдруг ответ: еще 7000, их для себя я сохранил. А кто сегодня твердо скажет: иду в сражение я, но если меч и где доспехи, чтоб защищаться от врага? Как много ныне враг поранил, уже подняться нету сил. Ты посмотри, как брат стенает, сестра измучилась с пути. О, полки Божьи, поднимитесь, не дремли стража, ну-ка встань, священники, в трубу трубите, левиты песню воспевай. Господь пришел среди народа, осмотр израненных сердец. Иди к нему, пока не поздно, бальзам дает сейчас тебе. О, мой народ, услышь мой голос, я вижу сердце, как болит. Осмотр, осмотр и перевязка, и твоя внутренность дрожит. Я наклонился над тобою, пришел я ныне врачевать, чтоб приготовить ко сражению слова свои к тебе сказать. Ведь впереди там будет трудно, и враг восстал, чтоб погубить. Но слышишь, в эту минуту тебя хочу благословить. Не умолела моя сила, своих я верных проведу. Лишь доверяй, я буду рядом, защиту дам тебе свою. И вот сегодня я направил источник мой на место се. Открой же сердце, я наполню, и тебе будет хорошо. Моя рука, она с любовью сегодня тянется к тебе. Касаюсь сердца, исцеляю, я утешитель твой в борьбе. Вставай, народ мой, поднимайся. Ведь ожидают небеса, еще сильнее со мной сближайся. Нужна так сила для тебя. Я не оставлю и не брошу, через испытания проведу.
Тебя купил ценою крови и в небеса к себе возьму.